Уважаемые родители, дорогие абитуриенты, я приветствую вас в стенах нашего университета. Благодарю вас за внимание, которое вы проявили к нашему университету. Это действительно уникальный вуз. Уникальность вуза заключается в том, что это единственное в России учебное заведение, высшее учебное заведение, правительство, в нашем случае правительство Москвы. Это говорит о многом. Это говорит о том, что правительство фактически соучаствует с нами в подготовке специалистов. Наши специалисты востребованы как на федеральном, так и на региональном московском уровнях. Мы готовим международников. За время подготовки специалистов международного профиля мы имеем очень хорошие результаты. Мы всего лишь 16 лет функционируем как отдельное образовательное направление. 11 лет, как выпускаем наших студентов в жизнь, в профессию. За это время мы имеем большой отряд начальников управлений, есть заместители руководителей департаментов правительства Москвы, многие наши ребята трудятся в структурах Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, как в Государственной Думе, так и в Верхней Палате Совета Федерации. Многие ребята работают в коммерции, в крупных международных структурах. Наши выпускники в «Лукойле», в «Газпроме», в «Росатоме» и в многих других структурах. Понятно, что карьерный рост во многом обусловлен той подготовкой, теми знаниями, навыками, компетенциями, которые ребята приобрели в нашем вузе. Для того, чтобы решать вопросу формирования карьерных специалистов, у нас делается очень многое. Во-первых, у нас составлен довольно приличный, эффективный учебный план. Ребята изучают вопросы теории международных отношений, вопросы методологии исследования международных отношений, вопросы истории дипломатии, истории международных отношений, правовые аспекты международных отношений и многие другие дисциплины. Надо сказать, что помимо учебы, ребята занимаются и общественной жизнью, участвуют в различного рода международных мероприятиях. В этом году первокурсники заняли первое место во время своеобразного соревнования «День первокурсника». Особо хочу подчеркнуть участие ребят в зарубежных стажировках по планам правительства Москвы. Ежегодно мы принимаем участие, наши студенты принимают участие в зарубежных стажировках в Германии, в органах власти, органах местного самоуправления Федеративной Республики Германия. Хотелось бы вам показать очень любопытную книгу. Это книга «Стажировка в Германии». Она, подобная книга, издается ежегодно, и процентов 50-60 авторов соответствующих статей – это выпускники, международники, главным образом выпускники, но не только. Есть студенты и третьего курса, реже второго курса. Это очень серьезное научное исследование, проведенное по итогам стажировок. Надо сказать, что вот эта книга и вообще вся рубрика заинтересовала не только российские библиотеки, московские библиотеки, которые с удовольствием эту книгу воспринимают, но и библиотеки Федеративной Республики Германии, в частности, библиотеку Берлина. Наши ребята, студенты, принимают активное участие в серьезных, в том числе международных, научных конференциях. Вот у меня в руках очень интересная книга. Это материалы международной конференции «Управление городом в 21 веке». Москва, Лондон. Фактически, львиную долю работы по подготовке этой конференции выполняли студенты-международники. Преподаватели направления международных отношений принимали активное участие в конференции, а некоторые руководили секциями. Уважаемые абитуриенты, дорогие родители, бабушки, дедушки, я хочу сказать, что обратите внимание на наше учебное заведение. Оно действительно является нестандартным, уникальным в хорошем смысле этого слова. У нас очень хорошие преподаватели. Абсолютное большинство преподавателей по профессиональным предметам – это доктора наук, это профессора, кандидаты наук, доценты. Есть довольно высокий процент специалистов департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, дипломатов
известных, которые также приходят к студентам и передают свой опыт, свои знания, обучают их международному ремеслу. От качества преподавателей во многом зависит и качество подготовки наших международников. Благодарю вас за внимание и приглашаю поступать на нашу программу.